Итак, записываю видео для семьи Букашиных. Наш образцовый сад, один из наших образцовых садов. Что у нас здесь есть? Во-первых, у нас обязательно есть зона контейнеров. Вот такая. Мы приобрели контейнеры, привезли, и заказчик сортирует отходы. Вот видите, все подписанное кассети, металл, пластик и так далее. Вот, значит, у нас зона полива, бочка. Все это связано у нас в периферийной зоне. Вот такие у нас эти идут компостеры. Дальше здесь у нас растет облепиха 2, мальчик-девочка. И вот так вдоль зонирования это идет у нас спирейки. Вот как раз мастер Алмаз сейчас удобрение будет носить. Вот, дальше у нас вот такие зоны идут, иногда вкрапления. Это клубника растет. Дальше у нас вот на таких шпалерах виноград. Вот, красивые шпалеры такие. Видите, все вяжется красиво. И происходит, и натягивается на него виноград. Виноград еще не проснулся. Вот, это у нас голубика. Это у нас мастер Оксана. Так, дальше у нас идет вот такие, видите, шпалеры под малину. Видите, малина сортовая. Вся прорежена, все как полагается. Вот такие шпалеры с веревочками. Дальше идут плодовые крупномеры. Вот такие, видите? И у них сделаны приствольные круги. Вернее, здесь приствольные квадраты. А в приствольных квадратах посажена садовая земляника. Это все потом будет в будущем прям не видно даже коры. И вот так у нас идет. Вот яблони скоро зацветет. Видите, все это. Это наш газончик, которому 6 лет. Это у нас живая изгородь из боярышника сливолистного, только запускается. Там у нас живая изгородь трехъярусная. Первый ярус это липа европейская палида, экраны, шпалеры. Вторая боярышник сливолистный. И третья у нас идет кизильник блестящий. Ну, вот такое состояние. Здесь такое вкрапление из спирея. То есть вот этот сад полностью я сделал, реконструировал. Раньше он чуть другой был. Ну, вот газончик, состояние газона. Так, сюда мы заходим, это у нас слива, сорт «Синий дар», зона воркаута. И вот смотрите, в таких вот всегда зонах мы подсаживаем клубнику. И всегда есть место, ну, питания для детей. Видите, клубничка здесь растет. Вот приствольные круги опять, плодовые крупномеры. И вот здесь, видите, опять садовая земляника вот такая всегда. Я ее давно подсадил, здесь вот приствольный круг как раз. Все отсыпка корой. Здесь у нас топиары различные. Вот плодовый крупномер, тоже это груша у нас. И вот так. Вот обратите внимание, смородина сортовая, крупномеры. Видите, какие опоры мы классные делаем. Вот так все по-человечески, с помощью бамбука хорошего. Вот, вот такие опоры. С отсыпкой, с корой, видите, гидролика, все. И вот так вот уже, видите, различные сорта смородины. Здесь у нас представлены белая, черная, красная. Много-много сортов, потому что в семье трое детей. Вот. И вот так это идет у нас. Здесь вот зона клубники, а вот здесь у нас зона начинается. Здесь уже подсадим скоро горох. И вот у нас здесь идет жимолость. Видите, тоже вот жимолость. Раз, два, три, четыре, пять кустов жимолости. Там идет крыжовник. Вот так все. Вот такой плодовый сад прям тут. Здесь хороший плодовый сад. Это малинник. Вот такой идет малинник. Вот плодовый сад, видите. Вот здесь крыжовник, жимолость. Здесь у нас малина все на шпалерах. Это у нас смородина все. Ну, это топиары различные. Детский уголок тоже. Это финский таала. По-моему, сейчас они уже не работают здесь. Я его привозил, монтировал 3 года назад. Ну, вот такие. Такие вот зоны вкрапления просто из туи. Ну, вот, в общем-то, обзор сада, который у нас на комплексном уходе. На комплексном уходе. То есть здесь у нас два выезда в неделю. Ну, вот вы видите состояние, когда, ну, такой хороший, дорогой уход, что у нас из себя представляет сад. А, черноплодка. Арония черноплодная. Ну, вот. Я думаю, вам более-менее понятно, как, ну, что такое, вот, как можно разбить. И вот поэтому я разбил. У меня здесь зона, здесь они отдыхают просто, загорают. Здесь у меня зона воркаут, здесь у меня игровая зона, вся полностью детская. Там плодовый сад. И везде плодовые деревья. Вот так, где можно было, я их подсаживал. Вот, и так вот. Ну, надеюсь, вам было интересно и увлекательно посетить вместе со мной
вот этот сад. Все.